Тр-тр-тр, погнали! Хы, мои дорогие, ёжик здесь, раз на связи, детка, я на пляже, и это розетка. В общем, гляньте, тут трупак валяется, со шмотками. Забираем, и там верх открытый. Видимо, дом не достроим. Сейчас мы туда с вами залезем. Так, забираем все. Строим по-бырому. Так. Опа. Залазим. Да, тут плитки нету, а дом недостроенный просто-напросто. Ну, надо чекнуть, надо его. Чекнуть надо, ребятушки. Ибо может что-то там быть. Опа, это что такое? Два космонавта дохлых. И тут два трупа. Что за прикол? Что за прикол? Ну-ка, чекну. Пушка, бич-пушка, ключ. Еще бич-пушка. Четыре замка. Замок давай. Кирка, мясо. Нафиг это не надо. Камни давай. Заберу. Мясо, кирка, топор. Давай, топор. Бич-пушка. Еще бич-пушка. Так, что, ничего полезного нету. Второй космонавт. О, СМГ. Найс. 4000 дерева. 7600 камня. 8. Почти 2к железа. 150 сульфы. 20 МВК. Тоже замки. Тоже бич-пушка. То же самое, одинаковый набор. Видимо, киты прописали, которые вначале даются. Так, а здесь что у нас? 90 эксплозива. Прицел. Вот этот прикол. Базука есть. Базука. И калаш есть. АК. Витя АК-47. 11к дерева. It's very nice. 15к уже. Юбка. Круто. 16 труп. Так, хилки давай. Так, а второго что? Второй. 5 патронов. Движок от Минска. Ну и все, в принципе. Что за прикол здесь был? 4 человека, 5 человек валяются. На изи просто залутался. Просто на изи. Все. Уносим, ребята, это домой все. Это было офигенно. Продолжаем наше приключение. Взял гранаты. 13 хп. Давайте взломаем эту халупу. Тут или чувак место себе застолбил строится, или шкаф стоит. А, шкаф-то можно проверить, стоит или нет. Шо я туплю-то, а? Да, шкаф стоит. Так. Райончик такой, я вам скажу. Захолустье. Дома уже все зарежены практически. Ну, 3 хп. Что нам это даст? Ребятишки, смотрим. Так. Ждем. Всем лежать, работает ОМОН! Чувака зарядил! Он без ботинок. Чувак. Эй, чувак, мелочь есть? Чувак. Мелочь есть? Так. Хо-хо-хо-хо. Оп. Как тебя зовут? Эх. Тарек 184КС. Гоблин. Ару. Так, что тут у тебя? Патроны. Как много-то, а? Богатый, что ли? Пушка. Иксовая. Это моя теперь. Так, еще патрохи. 14 килок. Ты куда собрался? На войну, что ли? Шмотки. С первого дома не удалось нормальный шмоток вынести. Дайте переоденусь теперь хоть нормальную одежду. Практически на изи вообще. Просто тупо гранатами. Да, штаны. Штаны одену. Штаны мне пригодятся. Перчатки не надо. Они вонючие себе ставь. В угол их поставь. Так. Чего тут у тебя, сынок? Показывай. Ой, какой молодец! Ой, собрался дом большой делать. И не достроил. Кстати, кто-то рейдил уже, потому что... там был 13 хп. Так, чекаем. Беретта, Томпсон, башка, 20 МВК. 1300 готовый МВК. Чувак, откуда у тебя, если печки нету? Броник, железо, сульфан, по мелочи. Не очень много. Прицел, топ броня. Блин, она мне не нравится вообще. Патрохи давайте возьмем. Вот эти шмотки возьмем. Так, это выкидываем все. Это тоже. Так, забираем. Кожу, рожу и все другое. Так, топ броня. Давай, пригодится. Не знаю, что я с ней сделаю. Идем дальше. Что у нас здесь? Ой, мои аплодисменты, овации. Стаки, 10к дерева, 10к камня.
Вопрос. Откуда? Вот, пишем коммент откуда. Ладно, нет, это не точно, 12К. 10К камня. Ну, 10 и чуть-чуть побольше. Замки, замки, замки. Так, шмотки не нужны. Так, а нафига мне ключи, я отсюда могу улететь в дом. Так, потрохи, СМГ, калаш, ботинки, штаны. Что мне выкинуть? Это выкидываем. Железо. Так, можно состыковать. Супер, я бы сказал. Калаш давай сюда, родной. Ой, тоже патроны здесь. Так. И прицел оденем на СМГ, чтобы не мешался, так сказать. Да ты у нас донатер, чувак, что тебе сказать-то, я уже понял. Пистолето, уно, дос, деск, пистолето, чё выкинуть? Чё выкинуть? Пофиг, дерево выкину. Ткань еще. Ткань, ткань, ткань. Это сюда. Во, вот так вот. Ну и топливо можно, и он на изи добыть. Во! Чё, пора чувака казнить. Чувачок, блин, тут темно, конечно. Прицел можно, базуку могу сделать. Ух, 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 ух. Где башка твоя? А, ногами сюда. Все, чувак. Давай. 50, 50. Не, не читер. Ну, донатер. Все, идем дальше. Изи просто рейд. Чуваки, я залез в дом. Тут один чувак стоит, второй лежит. Че за прикол? Вали. Давай. Дохни. Пидор. Какого хрена? Какого хрена? Что тут происходит? Мужики! Мужики! What the fuck? Сейчас покажу! Сейчас покажу! О, Иисусе! Какого хрена тут происходит? Найс! Найс! Как? Это как? Это как? Ребята! О, фак! Держите меня, семеро! Охренеть! Охренеть! Так, так, валим, 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 ребята! Вон я залез, постройка моя. Вот она. Вот она. Вот она. Намотана. Ну нахер. Валим, 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 валим. Сейчас быстро сбрасываю. Я опять приду. Давай, 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 донай. Да, беги, беги. Ран, ран, но пасаран. Отнес я все домой. А, взял. А, вон он. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Взял только пулемет. Ай, блядь, все. Не успел я. Все, вилы. Что это было? Это жесть, это просто жесть. Вернулся назад почекать. Вон он, короче, стоит. Наверху пасет меня. И, походу, застраивает вверх. Ну, один в офлайн. Один играет. А, засек. У меня есть сетхом, есть лошара ты тупая. Гоу, пусть убьет. Обокрал ложков. А, да ты еще и косой. А, ну все, ребят, в общем, такие у нас были изи рейды. Это просто жесть, особенно последний. Я просто орал. Это просто бомба. Увидимся в следующей части. Но я поехал грузиться. Мне еще там надо поезд выгружать. Все, пока-пока. Михалыч, иди выгружай. Да-да, иду, все.